Так, ну вот третий удар. Тут никакого подвоха, все нормально. Синий. Ну, синего, знаете, угол не то, не сё. Если натуральным ударом играть, выход не получается. А играть от черного борда с этой позиции тоже как-то не очень. Что-то дает зеленый, может быть, да тоже нет. Так что придется играть все-таки синий. И сильным ударом от черного борда стараться делать выход. Ну вот Ли поэтому рассматривает и другие цветные, пытается найти все-таки выход. Потому что этот удар не очень-то Стивену нравится. Но придется его делать. Ой, какой винт. Ой-ой-ой-ой. А может быть и получится. Но фантастика. Честно говоря, таких вот ударов что-то давно я не видел. Это был просто великолепный удар. Ну а теперь вот решающий удар. Вышел на этот красный шар Ли хорошо и... И забил красный шар. Забил. Синего выход на желтый есть. Не на своей отметке коричневый, но это не так страшно. Ну как же не дали нам повтор такого замечательного удара Ли. Надеюсь, мы его еще увидим. А пока смотрим. Выходит на концовку Стивен Ли. 4 удара. 4-3 мало. Да, вот показывают нам диаграмму этого удара и вот сам удар. Это был великолепный, редкий по красоте удар, который позволил Стивену Ли выйти на последний красный. Замечательно. Просто дивный удар, что там биток делал, какую траекторию прописал. Это просто удивительно.